Привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о Touch ID, как его ускорить и как за ним вообще смотреть, чтобы он быстренько работал, даже если он первого поколения, если у вас iPhone 5s или 6. Вот, начнем с того, что сам Touch ID нужно держать в чистоте, протирайте, потому что он залапывается, зашмякивается всякими грязными, липкими штуками, которые потом препятствуют самому использованию его. Это самое первое. Второе, вы зайдете в настроечки, вот, опуститесь ниже, найдете Touch ID, войдете с вашим паролем. И сделайте несколько отпечатков, сделайте 3-4, и с помощью этой функции ваш отпечаток будет зафиксирован с разных сторон. То есть будут зафиксированы стороны, допустим, если это был один палец, будет зафиксирована какая-то одна определенная сторона. Так вы его вокруг полностью, вы и так вбиваете, но с этой функцией вы добьете максимальный результат. И добавьте, если в зимнее время суток, как сейчас, один отпечаток на улице. Это будет холодный отпечаток тоже, который будет реагировать очень быстро на улице. Вот. И тогда, когда вы сделаете около 4, я думаю, вот у меня 3, я на улице не делал холодный отпечаток, самому нужно это сделать. Вот. После этого все будет работать очень и очень быстро. Даже после этого, что у меня есть сейчас, он очень быстро реагирует. То есть буквально моментально приложили палец, бум, разблокировал. Вот. Ну, в данный момент, если соревноваться Touch ID с Face ID, то есть Touch ID намного быстрее разблокирует, чем Face ID. Это все наглядно, даже первое поколение нужно сравнивать со вторым поколением. Вот. Ну и все. Это вот два таких простых секрета, но которые знают не все. Поэтому делитесь этим видео с друзьями. Делитесь. Заплетык языкается. Вот. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока.